Можно ли в России провести честные, свободные выборы с равным доступом к телевидению? При желании, да, все возможно. А желания нет. Но это надо у людей спросить. У вас есть? У меня есть. Да, но очень маленькие. В кругу семьи, друзей можно. Я сомневаюсь. Почему сомневаетесь? Ну, потому что я вижу обстановку в стране и знаю, как это происходит. Как раз сегодня мой сосед, который организует выборы, он предложил мне, чтобы мой муж стал депутатом. Он говорит, нужно 1 400 000 рублей, вот по столько-то рублей каждому. Можно, безусловно. Только надо хотеть. А у нас... Всем. А у нас, получается, не хотят? Не знаю, если не получается. Ну, конечно, я думаю, да. Мне кажется, что это все зависит от количества людей, которые захотят проголосовать честно. Придут, вот проголосуют, отдадут свой голос, да, вот. Это зависит от явки, мне кажется, людей. Если люди все придут и проголосуют, соответственно, не будет вот свободных мест, чтобы это все подделать. Можно провести в России такие выборы, я считаю. Можно. Я все, меня никто никогда ни в чем не притеснял. Конечно. Почему не получается пока что? Никогда в жизни ничего не получается на все 100%. Никогда. Почему нет? Ну, во-первых, у нас одна коррупция. Это самый еще раз. А во-вторых, кто полезет сам еще на выборы? Одни буржуи. Я думаю, что нельзя, наверное. Привести. Почему нельзя? Потому что все ставят людей, которые они хотят видеть. Ну, своих. Ну, и «Единая Россия», наверное, опять победит или что там. Или в Барвихе где-то. Нет. Почему нельзя? Ну, потому что я вообще живу в провинции. Может, у вас как-то в Москве по-другому, но у нас нет.